Так, съемка идет. Привет всем, с вами ваша Silva Butterfly, серебряная бабочка. Сегодня почему-то мне захотелось чего-то такого морского, пляжного. Вот я такая вся сама пляжная. Вот. Видите, люди загорают, купаются, отдыхают. Но я хотя бы вот так буду отдыхать, когда нюхать парфюм. Значит, у меня вообще-то на столе два парфюма от Давидов. Иногда говорят вот Давидов. В общем, кто как хочет, так и говорит. Я хочу понюхать Давидов, который Cool Water Intense. Так, сейчас. Ага. Смотрите, как красиво извлекаешь такую бутылочку, классно, интенс, ну прям вау, и ах, такая классная малютка. Хочу побрызгать на себя, приятнейшая водичка, как будто бы ты находишься на берегу моря и ешь какие-то сладкие конфеты или просто пьешь лимонад, вот такой вот дюшес. Так, а теперь Давидов Wave откроем, потом будем сравнивать. Скузимуа. Так, и теперь я сюда скину. А здесь какое-то специевое больше море. Хотя оба аромата написано, что это женские. Я бы сказала, что вот этот на грани фола, как говорится, на грани почти как мужской. Да это такой милашка, вот прям... Девочка-припевочка, а это такая Матрона. Ну, не Матрона, но вот такая, знаете, со стрижкой. Дальше не буду продолжать. Во избежание. Я вообще побрызгаю на блоты. Потому что с кожи это пахнет так сладко, что даже не знаешь. Господи. Так, значит, так и есть. Цветочный, тропический, фруктовый, цитрусовый, древесный и сладкий. Ну вот не дать не взять лимонад. Мне очень. Честно говоря, вот сейчас вот еще жара не спала. Не спала, а спала. Вот в самый раз носить. Создавали этот аромат Амандин Клерк Мари и Кристоф Рено. Создан в 2019-м. Cool Water Intense for her, то есть для нее. Зеленый мандарин вверху, средние ноты, экзотические цветы и мангостин, и базовые ноты древесные. Уж я не знаю, никаких древесных нот здесь нет, тяжелых. Здесь это вот такой легкий компот у моря, или такой свежий лимонад, который ты купил в каком-то вот прибрежном кафе. И вот прям ты думал, что ты хотел есть, а оказывается, ты хотел пить. И вот это вот то, что тебе нужно было для жизни, для полного счастья около моря. Ну, прекрасный аромат. Я понятия не имею, что такое мангостин. Первый раз. То есть, как бы нет, я это обозревала дело давно. Может быть, что-то мне напомнит. Есть в Beyoncé, вот этот, который единственный, которого Beyoncé-то у меня нету, в голубом. Вот там есть этот мангостин. О, и еще есть в Halle Berry Reveal the Passion. То есть у меня просто Halle Berry такой вот, а там в Reveal the Passion. То есть это вот такая современная нота. В Karajuku Lovers есть вот эти вот куколки, да, вот японские. Их много такого плана. То есть это вот очень современный аромат. Disquiet есть, Pink Ginger, голубой имбирь. Giacomo Paradox for Men,
Вот это интересно. Сейчас ничего такого нет вообще. Даже Джакомо, если раньше можно было хоть как-то найти в лавках, сейчас нереально. И цены поднялись. То есть, если ты думал, что ты можешь себе что-то купить по дешевке, сейчас лучше проходи мимо, потому что они там тебя проклянут нафиг, что ты ничего у них не покупаешь. Так. Но это взморье. Это вот даже чем-то отливает самый первый Давидов, который классический, который у меня есть. Но он у меня там на донышке, там, я не знаю, это специально с какого-то такого года, когда он был создан. Надо его откопать. Ну что скажу? Мне он меньше нравится, чем вот этот, казалось бы, сахарный, который я не очень, да, хотя люблю теперь, получается. Значит, что у нас здесь? У нас он фужерный, морской, свежепряный, цитрусовый, древесный, соленый, кожаный, акватический, дымный. Вот дымности мне не доложили сюда. Вот хотелось бы побольше. Над ароматом работали Фрэнсис Кирджан, в общем, этот Антуин Ли и Жан Жак. Создан в 2017-м. Cool Water Wave. Древесные водяные группа. Верхние ноты морские. Грейпфрут, сычуанский перец. Перец. Средние ноты можжевельник, лист березы. И внизу сандал и пачули. Значит, лист березы тоже редкое явление. Обычно говорят кора березы, тут бац лист. Господи, надо было мне закрыть окно. Господи, все это куда там мчаться? Ну что скажешь? Здесь еще есть Cool Water Давидов Wave какой-то другой в таком вот, то есть не Wave такой, а просто вот форма такой, но другой. Есть статьи и есть Cool Water Wave в темно-синеньком. Кстати, я могла его купить, почему-то прошла мимо. Сейчас это все подорожало ужасно, непонятно по каким причинам. Более молодежный Cool Water в сторону сладкой жвачной Invictus. Может быть, да, что-то есть. То есть как бы в классику добавили жвачности, добавили сладкости, хотя я лично не чувствую. Что я чувствую, это, конечно, как бы и старым его не назовешь, старой школы, и до новой он как бы не дотягивает вот почему-то по этой сладости, да? Ну, что скажешь, на тройку, да? А вот этот прям, можно сказать, на 4 с плюсом. Как-то вот так получилось. На оба аромата есть статьи от Саня Пекич. Вот эта вот женщина, которая во Фрагрантике давно. А люди что говорят? А люди говорят, что хороший комплементарный парфюм на лето. Ну, вот так. Акватика грейпфрут не химозит. Стойкость средняя. 10 из 10 кто-то дает. King Lino Rex дает на это дело. В общем, столько мнений, сколько и парфюмов. Вернее, сколько парфюмов, столько и мнений. Я заканчиваю вот с этими товарищами. И еще у меня два есть рассмотреть сегодня. Так что ждите. К вам прилетит Silver Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока, я полетела.